Привет, меня зовут Пархачева Алена, и я выпускница лицея номер 1 города Сыктывкара. А теперь я студентка первого курса управления бизнесом в Нижегородской вышке. Школа научила меня многому. Во-первых, она привила мне любовь к проектной деятельности и также научила меня стремиться к знаниям не только за партой, а также вне класса. Например, это творческая деятельность и внеучебная. Всем привет! Меня зовут Блокова Арина, и я студентка второго курса факультета менеджмент Нижегородской вышки. Я хотела бы поблагодарить всех учителей своей бывшей школы номер 185 за их понимание и терпение, проявленное к нам в течение всех 11 лет моей учебы там. И также я бы хотела сказать им спасибо за их титанический труд. Вы делаете очень большое и важное дело. Спасибо вам за все! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Кузнецов. Я учусь на прикладной математике и информатике в Нижегородском кампусе Высшей школы экономики. Сюда я поступил в 2019 году, после окончания Нижегородского лицея номер 82. Лицей научил меня добиваться поставленных целей, несмотря на возможные преграды. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Вот девиз, под которым прошла учебная и внеучебная деятельность в стенах лицея. Благодарен педагогам лицея за многовекторное развитие, предопределившее мой дальнейший жизненный путь. Спасибо. Привет, меня зовут Логинова Яна, я студентка факультета права Нижегородской вышки. В 2018 году я окончила школу номер 119 с углубленным изучением отдельных предметов. 119-я школа научила меня стремиться к высоким результатам, упорствовать, брать на себя ответственность, общаться с разными людьми и помогать окружающим.